Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 998. События дня. 2 Тимофея 2, 11, 13. Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен. Ибо себя отречься не может. За 9 сентября 2018 года. Ну, как объявление всегда даю. Евтушенко Сергей, мир вам, Игнатий Тихонович. Много раз слышал, как вы упоминаете Светлану Ивановну Голобокову. Это центральная администрация района центрального в городе Барнауле. Она там кем-то работает, заместителем или так, по связям с населением решает разные вопросы. Интересно, что она является родственницей моей жены. Мир, как говорится, тесен. Я отвечаю, если она жива, то дайте ей координаты на наш видеоканал и другие наши ресурсы. И скинул ему. Храни вас Бог. Ахмед Магомедов. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Вот сейчас осмотрю на канале вас и вашу общину. Честно, я очень рад, что есть такие люди, как вы, и делаете столько добра людям. Дай Бог вам здоровья и всей вашей общине. Я хоть и человек другой веры, но Бог, Он один, един. И мы все ходим под Ним. На этом закруглю свой разговор. Спасибо, Ахмед Магомедов. Ну, похоже, что это мусульманин. Я ему скинул наши ресурсы, где ничего больше не написал, наш сайт. Вот я покажу даже, где. Вот наш сайт. Православный библейский сайт «Во свете Библии» создан 21-го сайт. Именно сайт 1 января 2009 года. «Мой мир» создан 28 января 2010 года. 21 тысяча наших фото. Православный форум Игнатия Лапкина «Во свете Библии» открыт 7 февраля 2010 года. Вот как все рядом. А вот уже через 2 года православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии» Игнатий Лапкин зарегистрирован 21 декабря, почти через 3 года. Здесь 12 382 наш видеоролик. У нас есть страница в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттер, в живом журнале и иное. Но я там не бываю. Ставят материалы и прочее. Там модераторы, администрация наших ресурсов. Ну и далее прочитайте. Какое у нас сокровище? Вот такой ответ там Магомедову дал. Ну, вчерашний день – это воскресенье. Воскресенье всегда одинаковые. Только разница в том, что здесь священник или в городе. Он в городе был, отец Айки, поэтому мы одни были. Пришлось сказать проповедь вторую на тему «Кто же мы?». Ну, а потом в час дня объявлено занятие. На занятие прийти. 24 главу Евангелия от Луки разбирали. Вот. Ну, а что тут уже? Занятия прошли, встречи. Приехали тут у Игоря старосты.
Барабаш купили отходы после провеяния гороха. Один человек недалеко и живет где-то. Все это записали его. Гусей держит. Почем они? Как? Сдают. Люблю открытые, когда они. Что-то стоит там 3000. Сколько весит гуси? Там от 3 до 10 килограмм. Почему-то такая большая разница. Вот у него какие-то собаки там. Гончие или что. Хотел привезти, показать. Рыба перестала ловиться, погода похолодала. И думаем, с понедельника, то есть сегодняшнего дня фактически, начать копать картошку. Если только погода позволит, а если нет, значит нет. Вот. Виталий еще остается пока выкопать картошку. Собирается ехать в Омск, побыл, отгостил. И говорит, я многому здесь научился за это время, работать научился там. А другие это за него там хлопочет. Вот он как, Никита, то другой. А Никита-то сколько взял он? Приехал сюда, нигде до этого не было ни занятий, ничего. Сейчас ведет занятия, работает на производстве. А до этого ничего показать не мог даже где-то. У Никиты надо спрашивать, какая польза. Вот так. Ну и наши ресурсы посмотреть можно. Это, в первую очередь, мой мир. Вот он как, где я в шапке. Тут легко переписывается, очень удобно. Все открыто. Сколько гостей было. Вот дальше идут Великий пост. По порядку идут все. Вот как раз и видно, Никита сидит на занятиях. Проповедь открыта. То есть очень хорошая система. Люблю ее по-настоящему. И вот наш форум. Небольшое посещение такое. Вот много очень у нас тут. Материал 1600 тем. Вот. И видеоканал. Видеоканал тут очень много. Сейчас я только говорил. Посмотрели, какое. Почему-то сегодня больше всего на проводы Сергея Пупкова заинтересовались. И наш сайт, о котором тут сказано было. И на этом... Все на сегодня.